И к статистике. Впервые за долгое время в Коми число вылечившихся от ковида за сутки превысило количество заболевших. Инфекция подтверждена у 287 человек, выздоровели 373. За сутки зарегистрировано 9 летальных случаев. Общее количество жертв болезни с начала пандемии – 2304 человека. Тем временем Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. По словам главы ведомства Анны Поповой, такое решение было принято из-за особенностей омикрон-штамма, который пока в России не выявлен. Тем не менее, новый штамм вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Кроме того, Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники в России, так как за рубежом существует риск заразиться новой инфекцией.